Всем привет, дорогие друзья! Вот, наконец-то, у нас прогулка наметилась по поводу Наурыза. Долго ждали, зиму сидели, никуда не гуляли, а тут вот, наконец-таки, праздник. Это впервые в 19-м году был он. И вот сейчас все вроде как отменили, я вот на рельсы выйду немножко. И сегодня мы погуляем, посмотрим. Была, кстати, Масленица, но про нее почему-то ничего не сказали, я бы тоже поснимал. Как-то все это прошло. А вот Наурыз, да, все здесь вот уже кипиш начинается. Поэтому, друзья, давайте идем смотреть, что там да как. Ну что, входим на само мероприятие. Здесь вот получается уже вывеска какая-то. Народу много, потому что все наскучили по праздникам уже. Соскучились, вернее. Поэтому, я думаю, сегодня здесь будет весь город, наверное, ну, хотя бы не весь, но половина точно. Потому что, да, с 19-го года, как говорю, погода сегодня так себе. Вообще, ветер дует, прохладный такой. Ну, в целом, как бы, нормально. Сейчас здесь шум. Посмотрим. Чай пьют. А что там у нас? Шашлык. Ага. Кстати, маски уже разрешили без масок ходить, но только на улице. Так, что у нас там в центре? Последний раз, да, 19-й год был. И все, и забыли о праздниках, обо всем. Ё-моё, народу много сегодня, да. Сверху. Да вот люди будут сегодня узнавать себя в ролике, может быть. Интересно, там есть вот как раньше? Вон там, ближе к мосту. Ой-ой-ой. Ё-моё. Людей много сегодня. Пацаны снимают тоже. Ну, мы сейчас, наверное, вот туда, к юртам пройдем, посмотрим, что там. Здесь вроде проход есть. Ой. Да, народу много, говорю. Прямо люди соскучились. Так, туда можно, нет, подходить. Ну, тут концерты идут. Я хочу вот туда сходить, посмотреть. Друзья, ну пройдем сюда, не знаю, слышно меня, нет, шумно, думаю, будет слышно. Здесь вот для фотографирования такая штуковина. Не, народу много вообще, реально. Вон дрон летает. Так, здесь у нас что? Ну, мы сейчас вернемся, сейчас пройдем. Вот где юрты пройдем. А там, ну, в юрту не попадешь сейчас. Капец, там очередь. Арлакелем! Арлакелем! Вон тегезмангаланда Көптәмірден тілеткелем Адамзаттың амандығын
потом по телеку будут показывать. Ух ты. Так, ну хочется пройти побольше, да. Один год я в юрты заходил, сейчас не попадешь. Посмотрим здесь. Не, ну реально, даже не подойти к торговле какой-то, это вообще капец. Что такое-то? Офигеть. Ужас. Народ оголодал, что ли, по празднику. Так, я против течения иду. Там тоже идет. Ё-моё. Да. Так, ну, посмотрим, что. Хочется что-нибудь посмотреть, а тут никак не подобраться. Оп. Вот здесь что-то видно. Медведи, рисунки какие-то. А, это конкурс, я тут иду, блин. Сейчас меня пулей какой-нибудь. Здесь такая детская канитель всякая. Даже железная дорога. Что тут у нас? Посмотрим. Получится у меня нет, блин, капец. Вот эта железная дорога. Даже что-то говорить бессмысленно, мне кажется, не слышно ничего будет. Красивые кадры. Пишите, может кто себя узнает. Ничего не слышно. Так. Ладно, пойдем немного к центру. Маған бақыт бере берші, ару көр.
жағасына, жағасына. Бұлдыр көлдің барғанда, сәулетіңе, сәулетіңе. Назар ауып қалғанда. Пройдем максимально все, ведь интересно. Здесь такой видок. Ну, я думал, здесь поменьше народу, но нет. Все равно, даже не поснимать, что продают, не видно. Даже не видно, что там. Офигеть. Так, здесь вот всякие магнитики. Коллега наш. Так. Здесь всякие поделки. Ты к ним не подойдешь, блин. А вон мед. Смотрим, вот мед. Вроде возле меда народу поменьше. Мед. Вон сколько меда. Это все мед, 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 мед. Порвется, ну конечно, они слабенькие. Так. Ой. Здесь не видно. Но главное, где мед, народу поменьше, он дорогой. А здесь вот уже ничего не видно. Здесь что? Мука, сахар. Во, самое ценное сейчас. Так, ну пойдем лучше поделки посмотрим. Сейчас я оттуда сначала начну, наверное, потому что тут продукты и на продуктах народу больше, как всегда. Здесь вот всякие, сейчас мы до туда пройдем и обратно. Так, ну здесь все уже. Здесь к мосту и заканчивается празднование. Вот и можно теперь вот так пройти, посмотреть. Может, что-то удастся увидеть, потому что... Потому что не подойти. Сувениры отлично, вот кто в гости приезжает, на сувениры вообще тема. Интересные штуки. Все люди на жрачки там собрались, что-нибудь дешевое закупиться. А на сувенирах-то как бы поменьше народа. Так. Лапти.
градус сейчас? О, сейчас видно прям хорошо. И там народ весь. Хавчик скупает. Сахар, там мука. Все, покупайте, разучились. О, даже цой есть. Даже цой. Сейчас покажу. Смотрите, она вот так открывается. Даже Виктор Цой. Один стоит. Нет, не хотите? Ну, давайте за 1000 будет. Если хотите, есть подвески. Вот, ничего. Цены спрашивать это бесконечно можно, поэтому как бы просто пробежимся так бегло. Ну что там случилось? Так. Так. Это бесконечно длится. Здесь хотя бы можно подойти, а там вот где фонтаны, там вообще не подойдешь. Всякие безделушки. Я боюсь. Так, это мыло. Здесь что? Не... О, можно вот так сверху. Неудобно. Так, ну мы уже подходим обратно к площади, а там... Там продолжают люди закупаться жрачкой. Вот, шашки. Это безделушки. Пушки прикольные, тапочки. Сейчас мы отправим, подожди. Так, ну все, здесь вроде закончилось. Выходим на площадь, здесь посвободнее, можно панорамку снять. Дом высокий, вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень правый свататься идет. Мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень правый свататься идет. Yeah.
Так, ну здесь я как говорил, что там, что тут, не посмотреть ни шашлыки, не подобраться. Тут, ну реально, народу столько вообще. Смотрите, я бы с удовольствием вам показал, но тут очереди целые, там капец реально. Вообще жесть. Не подобраться. Да уж. А вот тут маленько видно. Шашлычок. Как-то так. Народу очень много. Ну давайте все же попробуем напослед. Может быть, что-то увидим. Хоть как-то. Как говорится, побеждает сильнейший. Что у нас? А здесь зачем очередь? А, шашлык. Ну тут в основном шашлыки. Шашлычки. Везде прям очереди. Интересно, плов делают? Вот плов, наверное. Так, ну это уже тыльная часть. Тут в основном шашлыки, я так понял. И плов. Это плов или что? Нет. Ну, я так понял, это шашлычная аллея. Здесь чисто шашлыки. И вот поэтому все здесь толпятся. Хотят шашлык попробовать. Ага, вон плов. Ну, там очередь за пловом. Вряд ли туда пробьешься. Вон казан стоит. Это плов. Не знаю, по-моему, бесплатно раздают. Так. Ё-моё. Шашлыки опять. Шашлыки, шашлыки. И что характерно, нет алкоголя. Даже как бы ни пива, ничего нет. Трезвую как бы чай. Это нормально. Здесь кушают люди. Так, здесь что у нас? А это что? Всякие вкусняшки. Ну, не подберешься. И вот, друзья, нет алкоголя, это как бы вот, я считаю, это правильно, как бы. Потому что, если вспомнить 90-е годы, то набухивались всякая резня и прочее. Ну, сами понимаете, люди напьются. Так, здесь у нас плов. А сейчас культурно отдыхают, все, вот чаек, кумыс. Так. Это у нас что, пончики, баурсаки. Фух, ну все, выбираемся. Надеюсь, показал вам, что мог, потому что реально, друзья, не пробьешься. Ну, в целом, как бы видно, все равно прогулялись. Я не могу целый день гулять, например, чтобы ролик был там, блин, 5 часов. Я вам показал вкратце. Кто-то еще снимет, может быть, вечером. Ну, вот так вот у нас празднуют Наурус в 2022 году. Да, последний был 19-й год. Там, по-моему, видео есть даже. Ну, как-то уже все было. Там пандемия начиналась, это и все прочее. Вот, в общем, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не знаю, YouTube прикроют, нет. У нас вроде бы как нет, но все же. Поэтому
Ну, всем пока, друзья, с праздником. Всех поздравляю, всем мира, добра, ну и всего хорошего, здоровья. Вот видите, люди как бы на позитиве все равно, как бы. Главное, мир. Вот. Ну и без алкоголя, видите? Хорошо же, нафиг надо. Вот. Всем пока-пока, друзья. Вот такой жирный лайк.